Всем здравствуйте! Это программа «Лучшее в Краснодаре». Меня зовут Евгений Бондарь. На дворе осень. На дворе дождливая пора. Кому-то, конечно, нравится осень, кому-то не очень, но осенью всегда бывает полезно поговорить о весне. Вот сегодня мы всю программу о весне говорить и будем. Сейчас мы начинаем. Поехали. Первый сезон. Малоэтажное строительство набирает обороты, так как обладает рядом важных преимуществ. И вам, как покупателю, безусловно, выгодно приобретать жилплощадь именно в таких домах. Во-первых, приятные сроки строительства. Такие дома строятся не более года. За последние полгода в эксплуатацию сдали еще один объект, а строительство следующего уже завершается. То есть даже если вы вкладываете деньги на ранних этапах, вам не придется долго ждать. Учитывая все современные стандарты, строительство ведется быстро и качественно. Каждый дом обладает индивидуальной котельной. Это весомый аргумент в пользу экономии ваших средств. Вы сможете определять самостоятельно, когда начинать, а когда заканчивать отопительный сезон. В новом микрорайоне будет 240 парковочных мест, что решит еще одну важнейшую задачу. А благоустроенные спортивные и детские игровые площадки во дворах позволят вашим детям проводить время на свежем воздухе под вашим присмотром. Остановка общественного транспорта всего в нескольких минутах ходьбы от дома, а магазины находятся прямо на территории жилого комплекса. Так что если вы ищете комфортный вариант для вашей жизни, то вы его только что нашли. Жилой комплекс «Добрый» — это 11 трехэтажных домов, закрытая территория с собственной инфраструктурой, парковочные места, детские и спортивные площадки. Жилой комплекс «Добрый». Телефон 8 800 250 90 79. Друзья мои, кто у нас в гостях, вы все прекрасно видите, это солистки группы «Весна красна». Аня и Маргарита. Привет. Привет, девчонки, как у вас дела? Супер. Точно? Все отлично. Все хорошо? Угу. Ну, чтобы уже все были спокойны, что все хорошо, что мы можем начинать. Класс. Можем начинать? Да. Поехали. Весна красна. Чем вы занимаетесь? Что вы такое исполняете? Мы поем в основном. Мы авторская группа. То есть вы поете песни? Предпочтительно авторские. Собственного чьего-то сочинения? Да. Мы не только авторские песни поем, но стараемся себя позиционировать как авторская группа, потому что кавер-групп довольно много. И быть оригинальной, да, оригинальными в этом направлении сложно, потому что каждый старается по-своему каверы делать, а мы стараемся продвигать авторские песни. Можем ли мы сказать, что вы самая популярная авторская группа в Краснодарском крае? Нам бы хотелось так считать. Да, нам бы очень хотелось. Мы стремимся к этому. Стремитесь к этому. Да. Хорошо. Как давно вы существуете? Нам ровно 5 лет. В мае было 5 лет, да. Мы отмечали свой день рождения в парке «Солнечный остров». Первый юбилейный концерт. А я был на вашем концерте. Красивый. Он был живой, это была наша мечта, живой аккомпанемент. Группа «Ёлы-палы» нам согласилась аккомпанировать. С трудом выучила все наши песни авторские. Да ну ладно, представьте, ребята. Сроки были просто... Не знали, да, и сроки были маленькие, всего несколько репетиций, они большие молодцы. Все получилось. Да, принципе, совмещали наши репетиции со своей работой. Ну, еще много творческих ребят нам помогало. Угу. Вот. Студенты колледжа Римского-Корсакова. Ну и тоже, не только, да. И профессионалы. И много других агентств. Да. Друзья нам очень помогали. Помогали вам все. Да. И в итоге вы довольны остались? Очень. Да. У нас такого концерта еще не было. Жажда к развитию всегда есть. То есть мы и довольны, и недовольны, нам всегда хочется большего. Прямо сейчас наш следующий сюжет, потом поговорим про большее. Смотрим. Купить квартиру и переехать жить сразу после покупки. Как вам такой вариант? Вы скажете, а как же ремонт? Все уже готово. Хорошие обои, качественная сантехника, керамоплитка, застекленный балкон – все для вашего комфорта. Квартиры просторные, с большой кухней и удобной планировкой. Звукоизоляция отличная, так как сами дома монолитного типа, построенные по всем современным стандартам. Для того, чтобы еще больше убедиться в правильности вашего выбора, вы можете выйти во двор и поговорить с теми, кто уже приобрел квартиру в жилом комплексе. Это площадки очень для детей большие, хорошие. Мне, как маме, в декрете сейчас это очень удобно. Детский сад во дворе жилого комплекса станет еще одним плюсом. Кроме того, вас порадует наличие на территории ЖК магазинов и салонов красоты, а также крупного гипермаркета поблизости.
И вот что важно. Если вы купите квартиру в строящемся доме, вас не будут томить ожиданиями. Все дома сдаются гораздо раньше сроков. Выбор за вами. Переезд в новую квартиру сразу после покупки – это реально. «Стройэлектросевкафмонтаж» предлагает приобрести квартиру уже с ремонтом в жилом комплексе «Восток». Покупай и живи. «Стройэлектросевкафмонтаж». Телефон 992-05-45. Группа «Весна Красна» пришли к нам в гости, рассказывают нам о музыке, о творчестве и вообще обо всем, обо всем, обо всем. Вот, собственно, об этом сейчас и поговорим. Почему именно Краснодар? Хочется ли двигаться куда-то дальше? Например, в Москву? Очень хочется. Очень большие амбиции. Угу. Мы скоро двинемся в Питер. Мы в прошлом году стали лауреатами конкурса «Балтийское созвездие». Угу. Очень понравились жюри. Нам дали специальный приз. Какой? 50% скидку на участие. ЖД-билеты в Питер. К сожалению, не на ЖД-билеты. Но она... Эта скидка тоже довольно солидная. Mm-hmm. На участие в конкурсе вот сейчас в декабре будет проводиться в Петербурге. Более крупном, уже в Санкт-Петербурге. Mm-hmm. И вы, значит, туда. Вы решили, как и многие в нашей стране, в Москву через Петербург. Я думаю, что мы все охватим по пути. Хорошо. Там что вы будете исполнять? Ну, обязательно мы свою авторскую. Мы сейчас в процессе выбора. Надо выбрать самую выигрышную песню, чтобы всем понравилось. А это ведь сложно, потому что я вижу здесь 10. И еще наверняка у вас конечно, куча всего. Еще куча всего. Вот мы пока в выборе. По какому принципу вы выбираете? То есть у вас есть кто-то вот в коллективе тот, кто в конечном итоге скажет, что будет песня «Ласточка»? Ну, мы все-таки стараемся совещаться друг с другом, мы прислушиваемся обязательно. Mm-hmm. Мы обязательно проводим соцопрос среди своих близких. Mm-hmm. Да. Ну, я за «Ласточку». Мы учтем. Узнали, да. Хорошо. Хорошо? Точно? Напоешь? Фу, да легко. Смотрим сюжет, а я пока девчатам песню напою. Смотрим. Когда жилье получается по-настоящему надежным, комфортным и современным? Ответ прост. Когда строительная компания относится к своей работе на 100% профессионально и добросовестно. Например, использует только качественные стройматериалы, прошедшие сертификацию, а также применяет входной и пооперационный контроль производственного цикла. Если речь идет о бетоне, используемом в строительстве аэродромных плит, беспокоиться не о чем. Такие дома прослужат века даже в экстремальных условиях. Внешние стены дома обладают высокой сейсмостойкостью, а межквартирные толщиной в 20 см обеспечат вам тишину и покой. Автономная котельная, комплексная трансформаторная подстанция, бесшумные лифты, немецкие панорамные окна, остекленные балконы, большой подземный паркинг и постоянный контроль безопасности жилого комплекса – это лишь малая часть того, что с удовольствием предоставит застройщик. Кроме этого, вас порадует наличие на территории ЖК детской и баскетбольной площадки и даже теннисного корта. А самое главное, что у надежной строительной компании все объекты сдаются в срок и даже раньше. Вы спросите, а есть ли какие-нибудь минусы у такого застройщика? Только один. Квартиры очень быстро разбирают. Спешите! ЖК «Москва» — это просторные светлые квартиры с панорамными окнами, застекленными балконами и прекрасным видом на город, бесшумные лифты, автономная котельная, большой подземный паркинг, баскетбольная площадка и даже теннисный корт. ЖК «Москва». Телефон 8 800 47 303. Группа «Весна Красна» у нас сегодня в гостях. Девочки не только разговаривают с нами о музыке и о своем творчестве, но еще и поют для нас. И прямо сейчас я вас попрошу исполнить что-нибудь. Вот что угодно сейчас я вас попрошу спеть. Хорошо, запросто. Готовы? Что будете исполнять? «Матрешки» споем. «Матрешки». Самую нашу любимую песню. Хорошо. А я все гадаю на своих ромашках, на орлах и решках правду ворожу, на расписных ложках, клевере, матрешках, но тебе про нас я все не расскажу. И нет никаких причин для грусти и кручин. Бросишь через плечо, все впереди еще. Танцуй и хохочи, все будет нипочем. Солнце лови лучи, дай любви горячо. Аплодисменты. Зрители тоже аплодируют. Вы это слышите? Конечно. Я чувствую. Хорошо.
Что это за песня? Это ведь народный мотив, да? Мотивы народные. Стараемся все-таки идти в ногу со временем. О том, что девушки всегда хотят знать наперед, что же их ждет. Но не стоит грустить, нужно всегда верить в лучшее. Какая бы ромашка тебе не попалась, все будет хорошо. Ну, слава богу, хорошо, вы меня сейчас прям успокоили. Буквально давеча угадал на ромашка. Следующий сюжет смотрим. Осень – лучшее время для восстановления нашей кожи после жаркого кубанского лета. Лучше всего обратиться к специалистам. В одной клинике собрано сразу три вида лазерных систем. Лазерная эпиляция очень эффективна. Со временем рост волос полностью прекращается. Запатентованный метод охлаждения, который охлаждает кожу до минус 10 градусов, что помогает абсолютно безболезненно убрать волоски. Осенью можно продолжить работать над телом с помощью новой методики ультразвуковой липосакции. Лазер творит чудеса в удалении сосудистых звездочек. Сейчас мы проводим процедуру удаления желательных сосудов на лице купероза на американском аппарате. Процедура безболезненна и не влияет на эстетическое состояние кожи лица. Применяя комплексное воздействие, лазерную шлифовку, фракционный фототермолиз, 4D-моделирование и ботулотоксин, мы помогаем нашему пациенту избежать больших и травматичных пластических операций, быть здоровым и всегда выглядеть красиво. Лазерная эпиляция, удаление сосудов и новообразований, лечение вросшего ногтя, эрозия шейки матки, лазерная шлифовка кожи и рубцов, фраксель, контурная пластика и коррекция мимических морщин, безоперационная ультразвуковая липосакция и плазмолифтинг. Клиника «Аврора» ждет вас. Друзья мои, это программа «Лучшая в Краснодаре». У нас в гостях группа «Весна Красна». Продолжаем разговор о творчестве. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то выступления, которые вам запомнились больше всего? Безусловно, есть. У нас был очень запоминающийся яркий гастрольный тур. По краю? По краю, да. Что вы там исполняли? Мы там исполнили, безусловно, свой репертуар авторский, потому что этот тур был совместный с радиостанцией местной, краснодарской. Там были разные коллективы. И на этой радиостанции крутятся наши авторские песни, которые мы и исполняли. Просто настолько это было все ярко, эмоционально. Масштабно. Очень здорово, очень весело. Люди принимали всегда очень хорошо. Конечно, у нас брали автографы. Присылали нам плакаты огромные. Да, дети своих родителей фотографироваться. А еще потом присылали родители детей. То есть детям очень нравятся наши песни. Просто вот... Присылали родители детей. Видеозапись. Как дети исполняют. Открываешь дверь, ребенок стоит. Нет. Кто? А это вам из Тихорецка. Будем надеяться, скоро нам пришлют. Видеозаписи и правда присылали с... Значит, как дети исполняют наши песни. А где, в каком месте нашего края вам больше всего понравилось? Станица, может быть, город. Ты помнишь? Мне все нравится. Все? Мне тоже все нравится. Мы, в принципе, любим концерты, большие концерты на больших сценах с большим количеством зрителей. Они настолько поднимают дух. Поэтому нам нравятся все города, все зрители. Мы очень любим большие концерты. Скажите, а вы любите большие концерты точно так же, как и смотреть сюжеты в нашей программе? Да? Ваша программа. Смотрим. В жизни каждой девушки случается такое событие. Представьте, вы стали невестой и порадовали этой новостью ваших друзей. Что они сделают? Настоящие друзья сразу же займутся организацией вашей свадьбы. Они моментально предложат вам подходящее свадебное платье. Вы точно останетесь довольны. Конечно же, с рестораном друзья тоже разберутся. Они в этом мастера. Выбрать для вас нужный из тысячи для них не проблема. Ваша лучшая подруга быстренько станет профессиональным флористом и сразу займется декорированием свадебного зала. Как раз в это время один из друзей подберет самых ярких артистов. А ведущего вообще и искать не станут. Один из ваших друзей и так известный ведущий. Короче, все они сделают идеально. Вот вам повезло с друзьями, да? Все это может стать правдой только в том случае, если ваши друзья – профессиональные свадебные организаторы. Может, пора уже завести таких друзей?
агентство событий «Друзья». Организация вашей свадьбы – наша работа. Доверьте вашу свадьбу настоящим друзьям. Звоните 242 98 22. Друзья мои, это программа «Лучшая в Краснодаре». В гостях у нас сегодня группа «Весна Красна», с которой мы, собственно, и обсуждаем всякие музыкальные и околомузыкальные темы. И сейчас как раз самое время поговорить не о музыке. Смотри, ну, понятное дело, хочется всемирной популярности. Ну, давайте будем честными, всем хочется. Не хочется только тем, кто ее уже получил, возможно, а всем остальным, ну, конечно, может быть. Что касается Краснодара, вот уедете вы, допустим, в Москву. Допустим. Мало ли. Не будет ли тянуть сюда вернуться? Я думаю, что безусловно. Родные края всегда тянут. Угу. Потому что здесь близкие, здесь все началось в любом случае. Здесь самые первые наши поклонники, угу. Самые такие активные слушатели. Что касается городов, в которых вы уже побывали, вне зависимости от вашей концертной деятельности, как бы вы могли охарактеризовать Краснодар относительно вот тех городов? Я, наверное, отвечу, потому что я много где побывала, и плюс я жила в разных городах. Угу. Так уж сложилось, что вот родители переезжали очень часто. Краснодар я могу охарактеризовать словом «уют», «солнце», зелень и отличное настроение. Mm. Не знаю, у меня ассоциации такие. Даже вот, собственно, в Краснодар я переехала уже взрослой. У меня большинство родственников осталось на Дальнем Востоке. И это уже было такое мое осознанное решение здесь жить, в Краснодаре. Mm. Так что Краснодар – любимый город. Несмотря на то, что он мне не родной город, он любимый город. Хорошо. Соглашусь абсолютно. Хоть я и родилась и выросла в Краснодаре, я тоже попутешествовала довольно изрядно, но самый солнечный, самый красивый город наш. Тем более он расцветает с каждым годом. Ну, скажем так, если бы у тебя была возможность переехать из Краснодара, ты бы переехала в Краснодар. Краснодар, с удовольствием. Конечно, естественно. А что в городе нравится больше всего? Лично мне сейчас нравится, как озеленили наш город. Очень mm-hmm. красиво, глаз радуется, когда идешь, и по улице Красная, все наши парки потрясающие, прочистили всю эту mm-hmm. растительность, и теперь одно удовольствие в любом парке mm-hmm. гулять с детьми. Это безусловно. Полностью это наслаждение. Согласна. Полностью согласна. Зелень. Я обожаю парки. А, для меня нет ничего лучше природы. А в Краснодаре она прям внутри города, даже можно никуда не выезжать. Не, все-таки в городе очень важна зелень. Конечно, эстетически он сейчас растет, красивые новые здания. Он, в принципе, очень красивый город. Но при этом, при всем, достаточно много зелени в городе, что очень важно и приятно. Хорошо. Еще и не просто зелень, а ухоженной, красивой зелени. Это важно, чтобы не просто сорняками это все засадить. Ну да, еще мусора мало. Сейчас за городом очень хорошо следят. Угу. Кстати, да. Это замечают все приезжие. Вот у меня очень много друзей, которые отдыхают в нашем крае. В далекие 90-е мы все кидали семечки. Да, отмечают все, что в нашем крае очень чисто. Даже вот не только в Краснодаре, а вообще в крае. Ну, это важно и приятно, так когда что, люди, да, из других здорово. Регионов об этом говорят. Прямо сейчас наш следующий сюжет. Смотрим. О том, какая реклама эффективнее, можно спорить очень долго. Ясно одно – чем заметнее реклама, тем лучше. Сегодня поговорим о городских светодиодных экранах. Для начала нужно выяснить, что же все-таки эффективнее – разместить видеорекламу на светодиодном экране или же статическую на билборде. Конечно, многое зависит от самой рекламной кампании, но когда речь идет об экране в самом центре города, думаю, здесь ответ очевиден. На такой экран обращают внимание как пешеходы, так и водители. Что касается самой рекламы на светодиодных экранах, то они привлекают в 5-6 раз больше внимания, чем статичные носители, и значительно дольше его удерживают. Наверняка и вы согласитесь, что видео так или иначе гораздо привлекательнее статики. Иначе изображение на обложке фильма было бы смотреть интереснее, чем сам фильм. К тому же реклама на светодиодных экранах зачастую дешевле, что тоже немаловажно. Конечно, лучший способ проверить эффективность рекламы на экране – это разместить вашу рекламу на экране. Я попробовал, мне все нравится.
Хотите сделать вашу рекламу максимально эффективной? Разместите ее на светодиодном экране в самом центре города, и вы не останетесь незамеченным. Телефон рекламной службы 2-516-616. Дорогие друзья, в гостях сегодня в нашей программе, в программе «Лучшее в Краснодаре» была группа «Весна красна». Девочки, что-то нужно пожелать краснодарцам на прощание, ну, можно музыкальным образом, как вам больше нравится. Мы пожелаем Краснодару процветания, и чтобы все пути всех жителей нашей страны и вообще мира вели через Краснодар, на юг, к нам. Поэтому из далеких стран ночью постучит в твое окно. Ветер хулиган, и теперь тебе не все равно. С нами зеркалами уйти и себя иную найти. Ветер дальних странствий, куда ты, куда? Полетели на юг, там уже звездопад, там поляны цветов, по весне говорят, и неспешно идут безмятежные тут времена. Полетели на юг, вспомним эти места, может, сами найдем, где упала звезда, и на мокром песке мы напишем свои имена. Всем удачи. Пока. Пока-пока.